Мастер уже отправил информацию о тебе. Это башня тьмы. Специальная тренировочная площадка, где только кабфу может тренироваться. Если хочешь залезть на эту башню, пожалуйста, будь уверен, что кабфу единственный покемон в твоей команде. Ты что, меня вынуждаешь моих покемонов выкладывать? Вот ты какая, а? Или какой, я не знаю, какого ты там пола. Ты меня вынуждаешь делать страшные вещи. Ну что же, капфу так капфу. Выкидываем всех. Котя заснул. Да, это трагедия. Сидеть придется теперь до последнего. Диглеты, ну он просто... Он их любит очень. Он ими болеет. 97 уровень. Ну, теперь, я думаю, у нас хорошие шансы. Хотя, знаете, может быть и до 100-го докачать, коль на то пошло. 98-й. 15. О! Айуэ. 10 восклицательный знак. Я в покемон Даймон поймал Корневайна. Ура! Рауи! Ура! Рауи! Мои поздравления, спасибо большое за твое пожертвование. Сделать свой покедекс с Блэк Джеком и Корневайнами однозначно. Из рейда редкого Шайни тоже поздравляю. Я не ловлю столько Корневайнов, потому что он должен быть один, но особенный. Я готов. Ой, а нужно 70 уровень, а у меня 100. Хьюстон, у нас проблемы, я перекачался. Спасите, помогите. Какой-то чувырло тоже хотел зайти, но ему сюда нельзя. Сюда можно только мне. Поспешил я, надо было ТМ-ки посмотреть, какие можно выучить, а? Посылку будет круто, спасибо. Ты должен идти не только по пути, где горит свет, но и где тьма. Ну давай. Мастер-студент. Мастер-студент. Неплохо. Зоруа! Зоруа, вперед! Капфу, давай-ка, ломай их полностью. Чувак, ну я перекачался. Ну я так не играю. Кто ж знал-то, а? Хотя мы и так суперэффективны. Вайт 2 будет, но когда, не знаю. Мы получили опыт такой важный. Тьма и свет вместе. Ты понял, о чем я говорил? Ну да, понял. Просто один раз тюкнул твоего Зору, и я все понял, да? Красавец, можешь идти на второй этаж. Чуваки, я перекачан, спасите. Чувиха, пропусти меня сразу, а? Нет смысла. Чего издеваться-то? Те, кто сильны во тьме, будут сильны и при свете дня. Мастер-студент выпускает Скрэгги. Бу-бу-бу-бу, он еще и подпрыгивает. Да ты знаешь, если бы мы до 70-го докачались, суперэффективная атака все равно выносила бы в один удар. Это бы ничего не изменило. Подтяни штаны, ему уже не надо ничего подтягивать. Все, говорит, затмил я тебя. После DLC, ну, мы еще немножко поиграем в эту игру. Там есть что посмотреть, и помимо основного прохождения. А дальше уже будем смотреть, что делать дальше. Мы всего лишь потерянные странники. Ищем свой путь во тьме. Хватит болтать. Все равно сейчас один раз тюкну и все. Инкей. Переверните Инкея. Он хочет эволюционировать. Пока все очень просто. Капфу должен эволюционировать в ближайшее время, да. Весь покедекс, ну, для, на запись точно нет, а так для себя соберу, конечно. Все, в путь дорогу. Ты, говорит, впечатлил меня, можешь идти на четвертый этаж. О, как раз на четвертом я живу. Отлично. Девушка, вы на моем этаже.
Сойдите, пожалуйста. Тьма, тьма, все, тьма, тьма. Киноман, привет. Не знаю, мне нравится Маламар, вторая форма Инкея. Тоже классный. Крокорок. У них даже не финальные стадии эволюции. Что это за тренировка такая? Это моя соседка. Не, таких соседей мне не надо. Дадим ему нас ударить. А-а-а! Катастрофа. Контрудар. Выносите. Не выносите? Ну тогда брикбрейк и все. Какая-то Лиза несобранная, все хотят ее полностью собрать. Да, есть в этом что-то. Когда ты покедекс, это извечная проблема. Кот чихнул, значит он проснулся. Не может же он во сне чихать. Ну что, чемпион по ушу. Можешь на верхний этаж подняться. Там тебя ждет главный бой. Кто же здесь? Главный сюжет. Поворот. Дед, опять ты? Ты же должен был весточку прислать. Вот ты где. Я узнал, что ты выбрал башню тьмы и решил подождать тебя здесь. На ходу перехожу на дедовский голос. Хёнд, Капфу, вы большие молодцы, что дошли так далеко. Бабер! Ваш последний противник — это маленький старикашка, ну, то бишь я. Это было очень давно, когда мы с тобой сразились. Это было давно, когда я последний раз здесь сражался. Но я думаю, все получится. Финальный урок. Финальный урок. Шляп сними. Ни хрена себе, дед. Дед. Таблетки выпей. Что с тобой, дед? Не надо так. У него тоже капфу. Беда в том, что мой капфу слишком большой. Он говорит, все выжим из этого поединка. Это будет наш главный бой. Покажи мне, как вы выросли. Да, только я на 30 уровней старше, брат. Понимаешь, в чем беда, брат? Не получится у нас с тобой серьезной битвы. Нет, это не все. У него фокус сэш. Так что он еще разок ударит. Смотри-ка, Хюнд. Вот что могут делать кулаки кампфу. Aerial Ace! Хлобысь! Капфу ждет моих указаний и железной своей башкой добивает капфу противника. Дело сделано. Все, музыка прям потрясающая. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Говорит нам дед. Вы, говорит, молодежь, так быстро растете. 14 тысяч рублей, держи. На новый Switch тебе. Какая команда! Впечатляюще! Я-я-я-я-я-я-я-я-я! Ну ты ушуист. Чемпион мира по ушу. Так. Уа-ха-ха-ха. Я знал, что ты достоин моего доверия, Хюнд. Это было очень большое достижение. Ты вырастил на такой уровень силы этого кампфу. Леон был моим лучшим студентом давным-давно. Он тоже принимал участие в этом челлендже, но он никогда не добирался до башни. Потерялся по дороге. Теперь пришло время этому капфу эволюционировать. Покажи,
Скролл, свиток тьмы. Этому Капфу он готов. Капфу! Это свиток тьмы. Ты был маленький-маленький, а сейчас будешь бафой-бафой. Вы уверены, что хотите? Мне нет выбора. Капфу! Брм! Бирарамир! Великий свиток. Бобер! Пту-ту! Вот такой вот Уршифу. Бедарк. Он больше меня стал. Ты, говорит, неплохо так подрос, да? Теперь, говорит, ты уже никого не боишься. Здоровенный стал. Аки черт, я почти забыл. Я такую штуку, говорит, всем даю. Карточку. На рейд давай. От Джефу. Все, нам пора уходить. Такой талантливый и сильный. Наверное, время пришло. Какое время? Гигантамакс посмотрим, а у него он есть? Уршифу. Мне вот интересно, знаешь, такой большой ушуистский медведь, а все в игрушке играется. Ау! Чё в живот-то бьёшь? Больно же. Больно, больно, не надо. Ну хорошо, да, что сразу за два DLC. Интересно, а бегать за мячиком ты будешь, нет? Сейчас посмотрит на меня, как на нечто нехорошее. И скажет, сам носи свои мячики. Ух ты! А, Макс супом. А я его пока мин супом кормлю. Дружище, можно медведя супом накормить? А, вы еще не все? Опа, ты че приперся? Я уж думал, больше тебя никогда не встречу. Хоп. Стоит тут, лыбу давишь. В Покемон Смайл наигрался, да? Говорит, ты тут старался, трудился, молодец. Ты-то здесь что делаешь, а, чертик? А, сюрприз. Молодец, говорит, Хюнт. Я слышал, мед какой-то есть, который делается из цветов и прочего. Смешной ты, говорит, чувак, на брата на своего похож. Я хочу на рейд. Мне нравится ходить на рейды. Хоп! Сюжетный ход. Ну-ка. Что тут происходит? Наконец-то, Хюнт, я ждал тебя целую вечность. Я думал, Глимвудский вот этот вот лесок был с настоящей головоломкой, но здесь еще сложнее. Я заблудился, не могу ничего найти. Сони и я разделились. Ну и что теперь? Куда идти-то? Лилиганы и Эплины здесь живут. Так что, говорит, можно собрать нектара. А после того, как мы соберем нектар, Уршифу, наверное, согласится этот суп есть. Так. То есть, согласятся ли они делиться этим самым нектаром? Тили! Тили! Милота такая. Ми-м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 и. Это Петелил. Петелил эволюционирует в Лилиганта. Так что, по сути, мы его и ищем. Пех. Ну, как-то он себя странно, говорит, ведет. Что с ним? Он, по ходу дела, потерялся. Точно. Маленький, бедненький. Видимо, потерялся, от родителей отбился. Топ-т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 оп. Телили! Ты, наверное, потерялся. И теперь я застрял. Зацепился за нас. Будем искать Лилиганта. Его мамочку. Пойдем, тут где-то Лилигант должен быть. Лилигант! Кто дитё потерял?
Лилигант! Вы ребенка не... Ух, ё-моё, Тангроу напугал-то. Вы ребеночка не теряли? Не знаю насчет ребеночка, я грибы нашел. Волшебные грибы. Вот Лилигант, точно. Лил. Вы детеныша потеряли. Лилигант. Лили? Ты Петелила не терял? Ой, точно, да, как же так? Я забыл детеныша. Теперь за мной два покемона ходят. Ну, прикольно, чё. А почему не 6, не 7? Бегите оба. Мы вернем тебе детей. Только я опять заблудился, на этот раз сам. Мы не отсюда пришли? Отсюда. Пех. Чё пех? Петелил. Я потерял Петелила. Чё за хрень? Как это работает, чуваки? Я же привел Лилиганта. Куда делся Лилигант? Вон он потерялся. Ты чё встала, дурёха? Ну точно это. Кукушка. Дитё своё потерять, а? Передача «Ищу тебя». Ты Лилиганта потерял. Это не я потерял, она сама потерялась. Лилигант, идёшь? Нет. У тебя дитё пропало, ты теряешься. Всё. Доброе дело сделали. Наконец-то, Хюнт, нашел Лилигант. Шлеп, 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 шлеп. Эх, мамашка, мамашка. Лили телилил. Тили телили лилил. Ну, теперь вы, говорит, довольны, счастливы. Собрали нектар. Нектар собран, ребята. И эти двое пошлепали. Все, довольный Хоп, довольный я. Пока, Петелил, пока, Лилигант. Теперь у нас есть немного нектара. Я думаю, его будет достаточно. Ну да. Какой-то он слишком жидкий. Это, походу, дело не то, что нам нужно. Давай, говорит, эплиновский соберем. Ну, ребят... О-о-о! Ап! Где видео Лизовски? Вот он какой милаха. Полозит тут. А я вам, ребят, напоминаю, если кто пропустил этот момент, на прошлом стриме нас отправили вместе с Хопом в лес искать сладкий нектар с покемонов. И нектар, который дал нам Лилигант, нам не подошел. Теперь, соответственно, мы искали Аплина. О, это Аплин. Аппавей. И уполозивать от нас. А, он катается! Господи, какой он милый! Какой классный покемон! С конца прошлого месяца до этой недели, потому что на канале нет стримов, кроме совместного с Лизой. Поэтому спрашиваю. Я вчера выложил все записи, все было. Все там было нормик. Просто я никак это... архивы свои не мог в порядок привести и все выложить. Щекотать шлакоблоку не можно только акулопатой. Не знаю. Ой, говорит... Нету нигде его, но он куда-то сюда укатился. Хюнт, нам нужно найти этого Аплина. Ну, у меня свой есть, зачем его искать? Что тут? Камень лиственный. Против элитной четверки в покемон Вайт. Слушай, а я уже не помню, что там в Вайте, к сожалению. Пи! По ходу дела, нектар на моей башке остался. Хотя бы, говорит, посмотрим, какой он. Достаточно ли он сладкий? Ты с моей башки нектар ел. Фу, гадость какая. А я ее 2 недели не мыл. Видишь, какие волосы склизкие. А он еще и липкий. Это не он, это волосы мои такие. Фу, гадость.
просто позавчера пересматривал, месяц в Ютубе не сидел. Ну вот как раз вчера я все это дело думаю, так, надо разместить, люди просят. Что делать-то, где искать? Пиде. О, это Винни-Пит. Не так часто их вижу здесь. Это какой он милый, да? Но он довольно опасный, так как ядовитый. Ты мне симпатичен как человек, но мое сердце принадлежит все же Лизе. Я не против абсолютно. Я бы, наверное, был больше против, если бы я тебе именно в нечеловеческом плане был симпатичен более, чем Лиза. Вот тогда я был бы немного в нехорошей степени смущен. А так все отлично. Вот он, гексагональный остров. Это остров из Героев Меча и Магии, наверное. Там клетки такие же были. Тоже. Эй, хоп. Хоп, тебя нужно это. Полное имя хочу твое узнать. Ты в паспорте как? Хоп, хей, лалалей? Где вопросы, где ответ? Наконец-то, говорит, сюда добрался. В пятой не было. Ну, какая пятая? Третья. Вот это да. Вот это третьи, вернее. Олег мудрый. Я, говорит, кучу комби видел, но Виспиквина тут нетушки. Но они делают мед. О, детектор видит что-то, какую-то точку силы туточки. Туточки, точку силы. Неужели на дереве точка силы? Неужели там что-то наверху? Полезли давай на верхушку дерева. Там явно кто-то такой большой и сильный сидит, опасный, и мы его обязательно должны достать. Но вместо этого я просто тряхну здоровенное дерево. Очень долго проходило. Что жужжит? Это жж неспроста. Неспроста это жж. Би-б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 и. Гьярх! И сейчас, короче, это дерево из-под земли вылетает, а там здоровый Виспиквин. Ох, бихайв! Короче, что-то с дерева всосало тебя. Так прям... А там...